Людмила Козлова. Последний поцелуй осени. Маргарита давно живет обычной жизнью и не ждет перемен. Но однажды она встречает любовь, которая потрясает ее. Одинокий мир Маргариты рушится. Не только любовь, но и тайны из прошлого переплетаются в крепкий узел. Главная героиня пытается разрубить этот узел и находит один единственный способ –